Всем привет! Исписал я свой старый блокнот, достаточно неплохо себя зарекомендовал. Это торговая марка Greenwich Line. Убираем его в стороночку и за 440 рублей от торговой марки Берлинга приобрел следующую записную книжку. Формат, ее характеристики опять 143×210, 80 листов. Открываем, посмотрим ее комплектацию. Убираю вот эту штучку, чтобы она нам не мешалась в стороночку. И что внутри? Формат опять, по всей вероятности, указанный обозначает. Здесь имеем небольшой вкладыш. Благодарим вас за приобретение товара. Торговая марка Берлинга. Для производства оригинальной продукции мы используем только самые качественные материалы. Надеемся, что использование данного продукта доставит вам удовольствие. Также пояснение аналогично на английском языке. Наклеечки небольшие. Содержание. Можно использовать их в своих целях. Также открываем непосредственно сам блокнот, записную книжку. Перфорация для того, чтобы можно было кусочек отрывать. Имеем тесьму. Забыл, как это называется. Для того, чтобы в той части блокнота, где вам необходимо открыть его, указанное вам поможет. И также, что немаловажно, имеется тесемка для закрытия блокнота. Имеются следующие варианты, когда она таким образом по горизонтали, либо по вертикали. Очень удобная вещичка, я имею в виду обсуждаемая резинка, которая держит блокнот в застегнутом состоянии, так как, когда вы его распишете, он будет находиться у вас в сумке, естественно, страницы чуть-чуть распухнут, и предметы в сумку будете укладывать, могут падать, если без этой тесемки, что падать на непосредственно саму записную книжку, блокнот. Страницы будут мяться, ну, по крайней мере, у меня так было. Первую страницу мы с вами посмотрели, и последняя. Здесь не имеется никакого кармашка. Некоторые производители на последнем листе кармашек имеют. Можете туда положить нужные вам документы, небольшого, естественно, размера бумажки, чтобы не потерять. Ну, вот, в принципе, и все. Блокнот классический. Листы, я не знаю, правильно, неправильно, но чуть-чуть желтоватый оттенок имеет. Хотя, может быть, не кажется. Да нет, имеет. Это, в принципе, неплохо. Можно даты проставлять. 440 рублей. Не помню, сказал, не сказал. Ничего экстраординарного. Блокнот классический. Тесемка здесь. Резинка, она не очень жесткая. В принципе, неплохой вариант. Обложка твердая, жесткая. Что также является плюсом. У меня один блокнот был, у него тесемка была резинка по горизонтали, обложка была мягкая, она под конец уже, да не под конец, где-то 75%, когда я списал, здесь стали загибаться у обложки углы, что не очень хорошо. Указанное будет в данном случае отсутствовать. Вот этот блокнот, который был у меня предыдущий. В общем, можно посоветовать. Цена, в принципе, аналогична, они где-то все от 400 до 600 рублей, в зависимости от фирмы, ну и от аппетитов продавца. В общем, можно посоветовать.